Здравствуйте. Хочу поделиться своими положительными моментами в жизни. У меня ребенок 2 года, девочка Лиза. После общения с Давидом, после первого нашего общения, это было в конце января практически, вот, у меня ребенок не понимал речь. Она не понимала вообще, ну вот к ней обращаешься, она смотрела как в пространство, в пустоту. Сейчас, вот на другой день, вот мы после сеанса, буквально на другой день мы собирались на занятия, и я ей говорю, сейчас поедем на автобусе, она производит звук автобуса, ж. Я подумала, ну, скорее всего, наверное, знает, что мы едем, поэтому она так, ну, сказала. В этот же день, думаю, надо испробовать, что она там. Ходим, гуляем, я говорю, как собака гавкает, она мне отвечает. Хотя она отвечала раньше, но она отвечала, когда видела, вот я ей могу показать, тогда она отвечала. Потом, вот сейчас вот просто, вот я с ней могу просто разговаривать. Прошло уже сколько времени, каждый раз ребенок делает что-то новое, какие-то успехи. У нас полностью пропали стимы. Раньше были вот крылышки постоянно. Был как ритуал, она ходила с пледом по квартире. Это тоже ритуал уже прошел.